Друзья, приветствую всех на новом канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Наполнение сексуальной чакры». Вы меня просили в комментариях сделать такой ритуал. Вот сегодня я уже готова. Я вам провожу этот ритуал. Сексуальная чакра у нас должна быть наполненная для разных успехов в нашей жизни, потому что сексуальная чакра – это и наше здоровье, это и наши деньги, это и наши счастливые, удачные отношения и на работе, и в социуме, и в семье, и для привлечения второй половинки, для успешности, для славы, для популярности, для всего. Очень часто вам делают крадники на сексуальную чакру для того, чтобы забрать у вас вашу сексуальную энергию, потому что сексуальная энергия ваша приносит кому-то деньги. Откачать у вас энергию, значит, забрать у вас деньги, в том числе и деньги, и уверенность в себе, и ваше внутреннее эмоциональное состояние. Бывает, знаете, чувствуешь себя полным сил для того, чтобы что-то делать, хочется идти вперед, что-то делать каждый день, что-то создавать, чего-то добиваться. А бывает такое состояние, хочется лечь и просто ничего не делать. Вот это то состояние, когда с вас забрали ваш ресурс, вашу сексуальную энергию, обесточили сексуальную чакру. Я сейчас буду работать с вашей сексуальной чакрой. На моем канале есть несколько ритуалов крадники сексуальной чакры, чистка сексуальной чакры. Смотрите, конечно. Сейчас я буду наполнять вашу сексуальную чакру. Но помните, если у вас много проблем и много негатива на вас, и со здоровьем у вас плохо, то сексуальная чакра отдает свою энергию на решение ваших проблем. Поэтому то, что я буду наполнять в этом ритуале вашу сексуальную чакру, еще не факт, что вы полностью наполнитесь, потому что вы можете наполняться и тут же очищаться в моем ритуале. Поэтому конкретно каждый смотрит свою ситуацию. Но я помогаю вам наполниться, да, но чистки нужно делать на моем канале обязательно, в том числе чистку сексуальной чакры и крадники разные, которые вам уже поставили, которые нужно почистить в разных моих ритуалах. Делайте чистки, смотрите мои видео. Так, сейчас я работаю с наполнением, наполняю вашу. Ну, кто-то просто в дырах. Болезни у вас там, да? Я смотрю, просто дыры какие-то в сексуальной чакре и в ауре, просто дыры. Вы можете чувствовать движение во время ритуала. Движения могут быть разные в вашем теле, в голове. Даже, может быть, состояние волосы движутся, может быть, такое состояние, волосы шевелятся, или мурашки бегают по вашему телу, или внутри тоже может быть, это нормально. Вы просто смотрите на свечи, просто на огонь, можете просто без звука слушать меня, можете смотреть в экран, можете не смотреть. Как у вас получается? Все мои ритуалы работают, потому что в ритуалах работает энергетика. Исцеляющая, созидательная, жизненная сила. Я работаю благодаря моей психической энергии. Я руковожу ритуалом. Я в ритуале могу молчать. Не волнуйтесь, если вы новенькие, вы ничего обо мне не знаете, я могу в ритуалах моих молчать. Ритуал работает независимо, молчу я или разговариваю, все работает.
первая, вторая чакры взаимосвязаны, они и парные, то есть они вместе, и первая, и вторая. Делают крадники на вторую, страдает первая, и наоборот, блокируется. Если блокируют первую чакру, блокируется вторая, и наоборот. Кто-то очень любит сладкое, да, я смотрю. Вкусности, сладости любите. Выпечку, конфетки, мучное. Активируем сексуальную чакру сейчас. Наполняю, активирую. Поясница болит, низ живота тянет, тяжелый живот. У кого-то, не у всех, у кого-то. Можете чувствовать, как будто бы расширяется эта зона, живот или вокруг живота, как будто бы расширяется, или живот становится такое вот тело пошире, потолще, потом это все пройдет. Что-то урчит, жужжит, что-то булькает, вы можете чувствовать в животе, можете это чувствовать. Пульсация какая-то. Застойное явление в животе очень у многих у вас, в кишечнике, в животе. Отпуская, да, поясница легче становится. Сексуальная чакра имеет два входа.
со стороны живота спереди и со стороны спины есть вход в сексуальную чакру. Поэтому поясница попадает в эту зону, и живот, и пупок, и низ живота попадает в эту область второй чакры. Я работаю, я здесь, не волнуйтесь. Ритуал работает. Пульсацию можете чувствовать в разных точках. Даже в голове можете чувствовать, потому что идут энергетические каналы, потоки, энергетические каналы пробиваются. Кроме сексуальной чакры у нас много энергетически активных точек и каналов. Поэтому все взаимосвязано. Когда блокируется сексуальная чакра, или она обесточена, или она опустошенная, блокируются и другие энергетически активные точки и каналы. Или слабо работают. Сейчас я наполняю. Даже солнечное сплетение рядом сразу идет, потому что первая, вторая, третья чакры — это денежные чакры. Но не только они. Первая, вторая, третья. Горячие. Материальная сфера, здоровье, деньги, успешность, популярность, подвижность, движение. Очень много связано с первой, второй, третьей чакрой. Поэтому они все равно вместе идут, чистим вторую, наполняем вторую, наполняется рядом первая, вторая, третья. Поэтому вы можете чувствовать, как будто бы ваш живот немножко раздулся. Это нормально, это пройдет, это все нормально.
такое состояние может быть. Или кто-то хочет в туалет, это начинает работать первая чакра. Вообще, что хочется в туалет, или как будто бы что-то давит, хочется в туалет. Ну, я уже смотрю блокировку, пробку я оттуда убрала, такую застойную. Ритуал уже отработал, все нормально. Я просто вам добавляю больше энергии туда. Наполняю. Работаем, все хорошо, активация происходит. Ноги легче становятся, потому что тоже легкость какая-то, да, немножко были тяжелые, болели. Сейчас это пройдет, потому что через в нижние чакры проходит восходящий через стопы поток энергетический в вас, снизу он идет, с ног, с земли, с ног в вас, входит снизу и поднимается в вашем теле вверх. Поэтому связано с сексуальной чакрой в том числе, наполняем сексуальную чакру. И я же просто активирую движение энергии в вашем теле, поэтому уже подтягиваются другие органы, другие точки, поэтому ощущения могут быть уже во всем теле у вас. Не только в сексуальной чакре. Даже дышать легче, да? Вы же многие чувствуете, как движется даже энергия, ощущения меняются, вы же, чувствительность у вас же повышается, поэтому у многих. И голова начинает лучше работать, потому что голова же тоже связана с энергетическими потоками. Поэтому все взаимосвязано.
Так, я смотрю, нормальное ощущение, да, сейчас уже полегчало, даже спина легче. У кого-то уже хочется выпрямить спину, разровнять спину. Легкие, немножко легче руки, плечи даже лучше. Так, наполненная сексуальная чакра. Я смотрю, прокачали мы чакру, все хорошо. Я работаю энергиями. Смотрите, другие мои ритуалы. Все мои координаты есть у меня на канале. Пишите мне в WhatsApp, Viber. И кто не может в WhatsApp, Viber, пишите в Telegram. Только СМС, пожалуйста, мне пишите, если вам нужна моя консультация. Все мои консультации платные. Если вам нужна моя индивидуальная работа, помощь, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp и Viber. Я отвечаю всем. Благодарю вас за комментарии, за подписки на мой канал. Когда вы подписываетесь на мой канал, вы становитесь под мою защиту. Защита работает. Просто у вас у всех разная защита. Потому что очень часто вы новенький, и вы должны настроиться на мои энергии. Я работаю с верхним миром. Высшие силы помогают вам через меня. Вместе мы сила, вы помните, да? Двигаемся дальше, смотрим мои ритуалы каждый день, решаем свои проблемы, я вам помогаю решать ваши проблемы. Я практик, я помогаю пострадавшим, жду вас на моем канале. До встречи, друзья!